Из раза в раз акции сотрудников городского ГИБДД становятся все более интересными. Флешмоб «Засветись» организовали дорожные полицейские, чтобы пропагандировать фликеры. Сейчас начался у нас сезон для велосипедистов, для водителей скутеров. Они все чаще появляются на улице, но в непогоду и в темное время суток их не видно на дороге. Поэтому мы рекомендуем водителям велосипедов одевать светоотражающие элементы. В сумерках на площади Пушкина BMX-еры с украшенными фликерами-велосипедами демонстрировали свои навыки экстремального вождения. Удивляли толпу и роллеры. Сюда я приехал, чтобы рекламировать акцию о светящихся и всяких штуках, то, что безопасность на дороге прежде всего. Важность светоотражающих элементов одежды участники поняли, а вот запомнить слово «фликер» под силу не каждому. Когда с фарами светит на клипер, то меня замечают издалека, и машина начинает объезжать меня сразу. Обязательное условие любого флешмоба – четкое синхронное выполнение определенных действий. В этот раз молодежь, обеспокоенная собственной безопасностью, составила из фликеров фразу «Засветись, нас видно». Действительно, не заметить этих ребят сложно. Мария Авдеева, Наталья Романова, РТВ Иваново.